Там нет таких боев, как в городах, там, если там мистер Константин, понимаешь? Да, но я приезжал по Твиттеру, Наташа еще фоткает, говорю, давай я сфоткаю тебя. Фотку нашу покажи, а дорога там реально не подходит. Вообще непонятно. В чем мягкую политику проиграли, получается? Вот как это... Типа, а вот ты. Привет. Ну что, поиграем? Да ладно. Сейчас. Ты тоже все просчитываешь? Что-то непонятно, почему. На Мосбирже не дают людям, понимаешь, что же Мосбирже открывают, не дают людям отыграть. Все же многие минусы. Они как бы ставить не дают, как в шахмат, знаешь, без хода. Этот момент. Ну да, но тут получается, видишь, банкет опять за счет народа, не за счет этого фонда резерва, когда чуть-чуть. Это надо правильно распределить, мне кажется. Это сложно. В таком районе это сложно на уровне. Вообще это сложно. Еще знаешь, что пугает? То, что информационное давление, кто нас а там-то они просто еще свои земли. То есть как бы информационное давление тоже нет. У нас постоянно путаются. Что это правда? Кто Thank you.
Сейчас, секунду. Давай. Сейчас сделаем. Thank you.
теперь 17. 17. Один хер вам за. Новые придут. Возьмите новые. Хорошие. Мне одну пару не дадим. Я тебе уже отправил бирку. Макс, ну. Татьяна сидит, это мой подарок. Thank you.
Что-то придет, да?
первый даже забил. Вышел очень хорошо. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Надо носить компрессионные носки. Что, варикоз? А? Варикоз? Да. Да, наверное. Это, кстати, все очень неправильно. Потому что, ну что, если фильмы там, Мосбиржа открылся или? Нет, и завтра не откроется, и пока ракета летает, он не откроется. Спасибо, хорошо. Ну, пока не спать, да? Потому что она откроется, и все сразу будет лучше. Есть точка? Чё себе? Ну, так хорошо. Ну, если ракета будет дальше летать, то он не выжимет, поэтому они не откроются. Сейчас посмотрим. Давайте на карту перейдем. А Женя, сколько надо? Еще Женя. Женя, ты ведешь машину? Да, конечно.
потому что у тебя... Какие-то взять фондовый рынок, он что, на низах иностранцев не хотел? Нет, иностранцы не хотят. Да, проблема не в фондовом рынке. Проблема в том, что если они откроют рынок, тогда у тебя цены репо обнулятся. У тебя проблема не в физике, не в каких-то там фирмах. Ну да, у тебя не в мелких. Корпорации, да, они все с ключом. Если у тебя будет... Они все с ключом, да? Конечно, все с ключом. Ну, а так нельзя, это все в кредит. Это называется как бизнес, они так все будут, типа, встретимся, как-то. Все. Я знаю, что это ключом, да, Саша. Это пиздец. И поэтому они пытаются сейчас как-то, вот они выпустили, подписали закон, что ФНБФ встанет, что у нас что за это будет платить, за это ключом? Все люди получают. Ну люди тоже в минусе получаются. Люди в минусе. Если у тебя все банки банкротятся, то это будет полная жопа. Если у тебя резко гарантия банкротится и так далее. Ну, резко гарантии нету ключа, то он. Так, у тебя на номер телефона можно? Да, да, да. Thank you.
Что там питается, Максим?
Да, молодец, молодец. Да? Да, да. Оператор, блядь, он. Там стена. Немного хотел, блядь. Ну ты чувствуешь, да, вот тебя есть. Ну, обиды чуть-чуть есть, я как бы. Пойдем еще раз? Нет, я все, я пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Thank you.
Thank you.
Слышь? Сложно. Да, думаешь?